Ивановский птенец, потомок путинского стерха из проекта «Полет надежды», уехал на обучение в Окский питомник журавлей. Будущим летом его вместе с другими стерхами планируется вывести в Астраханский заповедник, чтобы выпустить в природу. Сейчас ивановский птенец находится в общем вольере с 7 стишатами из других зоопарков страны. Всем им предстоит пройти процесс социализации, образования стаи. Всю зиму журавлята проведут в специальном вольере питомника вдали от людей. Так они станут более самостоятельными и одичают, что необходимо для пребывания в естественной среде обитания. И надо обязательно, чтобы, конечно, они боялись людей. Поэтому их, если еще в зоопарке они рождаются, их поднимают родители еще при людях, то когда забирают для дальнейшей работы в питомник, там огораживают, никакого вмешательства людей нет. Там, например, процедура кормления и воспитания птенцов происходит в костюмах. Как будто костюм белый, как будто белый журавль. И, то есть они даже не видят человека, не слышат ни голоса, человек молчит. Специальным клювом журавлиным таким на руке одеты, как будто это родитель кормит, показывает еду. То есть все там огорожено от людей.